И йоу, ребятки, чё видосиков-то нету? Ладно, шучу. На самом деле, решил сказать об Артёме всю правду, да? Давно не говорил, но... Всё, ну-ка... Мне надо выпить. Там будет пауза. Сегодня я расскажу правду об Артём, что Артём сделал. Ну, потому что предыдущий тизер вы уже видели, наверное, и он вам, наверное, не понравился. Потому что короткий был, да? Сегодня я расскажу правду. Ёма? Ну так. И в общем, что я хотел сказать. В лесу будет Артём, буду я. Может быть, Вовчик, Антон. Как всегда, да. Мы уже смотрели предыдущие выпуски. Но, да, просмотров мало, как вы уже заметили. Но, ну что поделать. Рейтинги падают. Йоу. Для чего я, собственно, тут сейчас стою? Как сказать-то? Давай, снимай меня. Да, промеж домов стою тут. Короче, не знаю какого, но в мае точно будет Артём. Не знаю когда, не знаю какого, но в мае точно будет Артём сказал, Артём сделал. Ладно, единственная зацепка, то, что я скажу вам, это 12 мая, скорее всего. Ну, а после 12-го, не знаю. До 12-го тоже не знаю. Ладно, продолжаем. Мобильно, чтобы все было. Я проверю. Короче. Нет. Короче. Немного отвлеклись от темы. Мы хотим пройти в дальний лес. Но то, что вы видели тогда, то, что мы баловались тупо на камеру, то, что мы просто тупо... Вот Артём то, что делал, да? Палочку забрасывал. Ну, вы можете все это посмотреть, ссылки будут. В общем, чего сказать? Чего сказать, молодые наши зрители и школьники, собственно, которые это смотрят? Мы хотим пойти в дальний лес, где много заброшек, да, много всего. И надеюсь, вы сможете оценить это творчество своими лайками, конечно же, комментариями, подписчиками. Вы можете также поделиться видео в социальных сетях, во всех, которые там есть, будут, по крайней мере, сказать друзьям, собственно, да, вот такие вот делишки. Короче, что хотел сказать? Продолжаем. Нас ждет реальная опасность, нас ждет реальная угроза. Мы не знаем, что делать. Единственное, что может помочь, как я уже говорил, ваши лайки, ваши комментарии, все это я уже говорил. Так вот, мы идем в дальний лес, и будет все жестко. Короче, ну, с вами был Хиллз. С вами был Некит. Артема сегодня нету, как вы уже заметили. Он не где-то там, не где-то тут внизу. Нет, вот такое видео. Это второй тизер, если что. Если вы не знали, если вы такой лох педальный. И всем... Но... Все. Ну-ка...